Реконструкция Наташинского парка – один из долгожданных проектов для жителей городского округа Люберцы. Работы над преображением главной зоны отдыха идут каждый день и завершатся в сентябре этого года. Что сейчас происходит на строительной площадке, выяснял наш корреспондент. Реконструкция Наташинского парка идет ускоренными темпами. Перед подрядчиком стоит непростая задача. Перед тем, как приступить к комплексному благоустройству, необходимо было исправить ошибки предыдущей организации. Чтобы уложиться в сроки, работу сосредоточили на территории всего парка. Этапы реконструкции практически идут параллельно. На данный момент мы проводим работу вокруг Наташинских прудов. Это тот самый первый этап, незавершенный с прошлого года. Устраиваем дорожки, водоотводящие решетки и в том числе прокладываем канализацию. Также сейчас мы зашли уже вглубь самого парка на центральной аллее. Также ведем работы и по устройству канализации, по прокладке подземных коммуникаций и, соответственно, дорожки, в том числе пешеходные. Сейчас парк закрыт для посетителей. Каждый день на строительной площадке работают около 70 человек и 15 единиц спецтехники. Реконструкция зоны отдыха под контролем общественности. В ежедневном режиме также присутствуем на строительной площадке при взаимодействии с подрядной организацией. При обращении жителей мы на их обращение реагируем, оперативно встречаемся и в случае необходимости принимаем соответствующие решения. Результатом проводимых работ станет обновленный современный парк. Здесь появятся новые входные группы, лодочная станция, смотровые площадки, велосипедные дорожки, зоны для тихого отдыха. Что касается самих прудов, то в рамках проекта работы на водоемах не предусмотрены, но обещанные изыскания проводятся. После заключения специалистов пруды начнут наполнять водой, чтобы спасти их от дальнейшего обмеления. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.